Не ходи. Мы в лесу. Мы решили выехать в лес, посмотреть грибочки. У меня ухо заложило. Подписчикам. Чё? Гнездо. Чье гнездо? Я что знаю? Смотри. Гнездо это. А, ямочка какого-то зверька. Гнездо. Чё, шутишь? Только... Вот, вот свежие. Это хорошие? Походу, так, да. Это мухоморы. А вот это что за гриб? Ой, это прям... О! А, это мухомор. Это мухомор. Подожди. Нет, вот это плохие. Мы их не знаем. Значит, не срываем. Дай их сыпать. Да, мы их не знаем. Значит, не срываем. Все, пошли. Да ёп. Чё там? Вон то поганка справа. Ну ты чё, пройти не можешь? Нет. Да. Вот это точно что-то, блядь. Нет, не трожь. Да, это толстый. Ты гриб этот знаешь? Я нет, Коль. Выкидывай его. Я его реально не тех знаю. Тех грибов, которые мы не знаем, как выкидывай. Говорили, если... Ножка толстая. Да без... Но пахнет грибом. Не трогай, дай блин. Дай сюда. Все. Потом ну, руки будешь. Ну, вот это 100% надо собирать. Да? Да. А, это сыроежка. Вот сыроежка. Сыро... Это грусть. Это грусть. Давайте, срезайте. У меня ножа нет. Вот. Да, вот грусть. Вот грусть. Вот грусть. Вот, вот это все хорошее. Это не грусть. Это не грусть, но это... Я забыла, как он называется, вот этот гриб. Хороший. Там два гриба. Сынок, что? Вот смотри. Вот же это что? Это уже все. Ты отвешь его. Это уже и все. А нам дедушка сказал, чикай. Грибов полно. Вот на каждом Коля, шагу. Чикай. Я тебе сказал все. Вот смотрите, вот этот, Витюша. Я сам разберусь. Смотри. Я знаю, где вот, грибы. Вот, вот, мама. Вот. Вить, ну давай ты, блин. Вот. Мама! Либо это, либо ничего. Ой, какой нервный ребенок, господи. Как будто прожил уже лет 50. И с нервами уже просто атас. Орет, нервничает, злится, голос на меня повышает, права качает. Он все знает, он все умеет. В 11 лет он с опытом огромным жизненным. Сейчас эта поездка опять у нас перерастет в скандал. Ой, вот грибы. Йо! Погоди, погоди, Юль. Зря, Коля! Мы с тобой сама собирать, Юль, быстрее дело пойдет. А давай это второй нож я просто возьму. Камеру отключу. Что ты делаешь? Вот это. Что ты выкидываешь, блин? Дай сюда нож. Подожди, да, я знаю. Дай сюда. Ну, делай, короче, сам. Да при чем здесь? Вот я ж сказала, все пиздец. Вот так вот отрезал. Ё-моё, вы посмотрите. Видно, да? Это грузди. Вон, их тут просто дохерища. Их просто... Короче, Коля! Коль, знаешь что? Давай ты дай объявление сразу. Потому что там грибов куча-кучная. Мама, скажи, пожалуйста... Ой, бери. Нет, это хороший грибок. Мама, скажи, пожалуйста, Коль, дай я резать буду. Зачем? Я 12. Давай, подожди, я знаю, что ты 12 принес мне. Ключи дать. Ой, моя Зоя плачет. Там есть еще один нож, еще один витазик. Ходи с ним, хоть заходись. А дома я переберу грибы, ладно? Только не с нами. Отдельно вон там, чтобы не было ссоры, скандала. Пошли. Мне вот этот нож отдайте. Хорошо. А я схожу за тем. Пошли. Вот все, только сынок. Режь, как я тебе показал. Собирай пока. Все, мы не лезем. Там еще два гриба, вон. Ты забыл, да наступил мы на один. А ты иди ищи, а мы сами будем искать. И все, и не будет скандалов. Посмотрим, да. Так, что я буду делать? Надо пакеты взять. Ну, не говори, да я честно, я не думала, что будут грибы, потому что дождей как бы не было. А мне этот Димон сказал, что... Ой, Димон, Саша, Настин, который... Короче, блядь, ну, ты очень сказал, что там...
Все, ребят, я отключаюсь. Что? Покажу потом, сколько мы собирали.